Слова из песни. Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели. Вот. Почему? Потому что это как раз современное относится именно к тому, что я уже сказал, еще скажу. Смотрите, помните, выше там, вот, продолжаю. Научно-исследовательские институты, университеты, академии, экологи. Нахрена вы нужны? Смотрите. Гигантское количество специалистов. Ими забиты все так называемые муниципалитеты. Раз, поконкретнее, департаменты. Два, я уж не говорю, это в городах, это участки озеленения, это целые эти организации по озеленению. И вот наступает момент, и они берут, это Севастополь, смотрите, мертвая. Я вот на этом примере. Просто не могу пройти мимо. Ведь команда была 27 миллионов деревьев посадим, память 27 погибшим. 27 миллионов погибло, 27 миллионов деревьев посадим. Погибшим нужны мертвые деревья? Ведь как какой-то идиот взял. А это наверняка, они же не вот такие. В природе они так не растут. А у них ветки начинаются вот отсюда, смотрите. Вот так. Какой-то идиот. А у нас, еще раз говорю, идиоты выпускают все вот это вот. Я не преувеличиваю. Я же вижу их сотни, тысячи. Я объездил сколько городов. Я же вижу одно и то же. Вот эти идиоты, для того, чтобы им показалось, что вот это красиво. Это будет длинненький штамп. Отрезано веток 50. Оставлена верхушка. И теперь она начнет вот так вот. Плывет. А она и умерла. Все. Здесь есть вторая, третья, четвертая причина умереть. Я называю главной. Вы идиоты. Одна мертвая, вторая мертвая, третья мертвая. Крупный план, видели? Ни мозгов, ничего. А сколько труда потратили? Вкопали кол, его бить трудно. Может быть, били. Сделали специально эти, все вроде с любовью. А мозгов-то нет, вот понимаете, нету у них. И нету там наверху, потому что кто-то должен задать вопрос. Вот. Вы же знаете, как это происходит. Директор советского алюминиевого завода. Я посадил груши. До сих пор растут, плодоносят. Да как он, это, хвастается перед этими журналистами, перед министрами. На советском алюминиевом заводе растут мои груши. А потом однажды, когда я уже это самое, их посадил, все, вот, вырастил. Однажды взял за завод посадить эти сосны. Невысокие, нет, так где-то от полуметра до метра. Вот. Через два месяца все, тысяча или сколько, вся была мертва. Директор кричал на планерке, почему Железова? А Железов же хоть еще и на заводе уже был знаменитым садоводом, работая в качестве инженера. Уже тогда был. А Железов уже на пенсии. Почему Железова не позвали? А Железов на острове вырастил 800 сосен. Когда сад, прежде чем сожгли, у меня три ряда росли сосны на расстоянии метр на метр на метр. Да, три ряда. И все до единого меня выжили. А на заводе все мертвы. А сколько труда, а сколько тратили денег на все это? А вот эти сколько? Ведь кто-то же это себе в заслугу. Вот это, вы понимаете, вот самое страшное, что вот это вот, что вы видите, это не о какой-то особый случай. Это вся страна вот так делает. Они учат чему угодно. Вот нахрена вы нужны? Вот нахрена? Хоть один эколог знает, что нельзя было эти ветки отрывать? Это, что надо было наоборот. Вот так садишь, корни всегда хреновые. Половину верхнюю отрежь. Да, будет пышненький. Да, это самое. А что поделать? Или уж тогда не садите. Но садить-то на смерть. Это же, ведь, вы понимаете, это не один человек садил. Ну. Я в мир удивительный этот пришел, с землею родной подружиться. Единственный друг дорогой.